региональном рождественском фестивале «Колода Адитлерей-2023» приняли участие фольклорные коллективы, школы, лицеи, а также воскресные школы и приходские храмы региона. Вниманию зрителей были представлены театрализованные постановки рождественских праздников, а также традиции Нового года по старому стилю. Мне очень нравится ходить хай-хай, сурваки. Я с удовольствием учу эти песни, мне они очень нравятся. Очень нравится ходить сурваки, колядовать. Мы доставляем удовольствие людям, что ходим к ним, поздравляем их. Очень понравилось ходить сурваки, и эту палку мне научила делать бабушка. Мы из дома в дом ходим и поздравляем людей, они нам очень рады. Фестиваль стал уже ежегодным в Гагаузии. Мероприятие проводится в целях воспитания у молодежи национального самосознания, а также возрождения традиций, отметил заместитель начальника управления культуры Гагаузии Алексей Каратерзи. Цель нашего сегодняшнего фестиваля – это продвижение, популяризация наших обычаев, обрядов, связанных со Старым Новым Годом, связанных с нашими колядками, связанных с нашими зимними праздниками, которые у нас из года в год они обновляются, они продвигаются, и все наши коллективы это реализуют, можно сказать, чтобы не пропадало, не терялось наше культурное наследие. В копилке коллектива «Чанджаз» села Гайдары имеются более 20 колядок на различных языках. Дети с большой охотой учат и исполняют их, отметила руководитель коллектива. Спасибо всем организаторам. Мы ждем с нетерпением, дети особенно ждут. Готовимся, учим слова, повторяем, узнаем другие колядки у наших бабушек, дедушек. Мы очень рады. Региональный фестиваль рождественских колядок был организован Главным управлением культуры и Главным управлением образования в Гагаузии. Всем коллективам-участникам вручили дипломы и памятные подарки. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Новости.